Улан-Удэнские спасатели рассказали, как правильно помогать утопающим. Начальник поисково-спасательной службы Олег Лухнев отметил, что при спасении на воде самое главное – избежать прямого контакта. Иначе вместо одного утопающего будет два. Но если эта ситуация произошла, то не нужно стараться держать двоих на плаву. То есть в данном моменте мы подныриваем, чтобы утопающий еще раз, скажем, схватил воды, и в этот момент он вас отпустит. И предпринимаем попытку именно захвата сзади. Голову держим на поверхности воды. Транспортируем к берегу и незамедлительно вызываем скорую помощь. Он отметил, что наиболее опасное место в Улан-Удэ – это протока Степная. Ее средняя глубина – 3,5 метра. Кроме этого, спасатели рассказали о сложностях при поиске людей. Это течение, самое основное. То есть постоянное течение, мусор разнообразный идет. Плюсом неправильная корректировка очевидцев. То есть один говорит, в данном месте утонул, другой человек говорит то, что в другом. Сюда же мы добавим очень мутную воду. Всего с начала сезона в Улан-Удэ утонули уже 2 человека, один из которых – ребенок. Спасатели призывают купаться только на официальных пляжах. В Улан-Удэ такой расположен на острове Комсомольский. Дорж Сибиданов, Жаргал Рданеев, телекомпания АТВ.